Ой, всем привет, друзья! Приехала я на дачу, думала доделать сарай, но приехали мы и увидели сюрприз. Сейчас покажу вам чуть попозже, через пару минут. Обзорно хотела просто показать уже, что у нас конец октября. Такое состояние, уже все, листва облетела. Надо будет все убрать, вот эти все замерзшие растения, все срезать, обрезать ботву, вот, подготовить сад, так сказать, ко сну. Там печку мы топим, вот. В общем, сейчас я буду ботву обрезать и потом еще посмотрю, может быть, получится что-нибудь с сараем сделать. Вот, и хотела что вам показать, что приехали мы, тащу я Алиску на руках, захожу в дом, а тут вот такой сюрприз. То есть привезли доски строитель и положил их вдоль всего дома. И нельзя ни войти ни в комнату, вообще никуда войти нельзя. И, короче, и все наши инструменты вот там лежат. То есть надо будет лезть на ту сторону. Короче, вообще прикол. И он не сказал, не позвонил, ничего. В общем, получается, что мы приехали на один день без ночевки. Вот, потому что это вынести невозможно. Это очень тяжелое. И даже вдвоем, ну, не женская эта работа. Если пилить я еще могу, то такие вещи таскать я не могу. Вот, они очень тяжелые, они запакованы, по-моему, по 10 штук. Вот, и их много, и куда их вытаскивать, в общем, ну... Короче, безвыходная ситуация. В общем, мы посмотрим, может быть, здесь что-то попилим, поподготавливаем какие-то доски, если... Получится, может быть, какой-то фанерой заделаю стенку в сарае. Сейчас покажу вам сарай, на какой стадии. Просто из-за чего я переживала, из-за чего я, собственно, приехала. Я, как вы знаете, уже 2 недели дома, и на даче я на выходных не ездила, потому что у меня там были встречи всякие и прочее. Так, ну вот, в общем, вы, в принципе, видели его уже снаружи. То есть вы знаете, что я большую часть стен уже отделала. И вот мы с вами... проходим внутрь, и вот здесь вот, в принципе, видно, то есть левую сторону и правую сторону я уже все обила, то есть сейчас у меня задняя стенка, единственное, что, вот не знаю, короче, вижу, что косяк пошел, вот здесь выперло, видите, как бы щель выперла, и... Вот здесь еще тоже в двух местах, причем совершенно без понятия, на каком основании, но, возможно, она усаживается, эта вся конструкция. Но, с другой стороны, куда уж еще там. Ну, в общем, я к тому, что вот остался у меня вот этот кусок, вот пленкой закрыт, и вот здесь сверху. Нужно как бы закрыть, чтобы не... попадал снег, вот, то есть, чтобы внутри здесь ничего не намокло, вот, в таком пока что состоянии, и, в принципе, ну, то есть, ну, еще потолок, там, щели, но это потолок, он терпит, вот, так я думала, что я, как бы, вот эту часть сейчас, стенки, сегодня-завтра доделаю, а вот, учитывая такой сюрприз, который нам подложил рабочий строитель, который нам... Ну, это будет реконструкция дома нашего деревянного, поскольку он уже цветет не первый год, и плюс мы хотели просто утеплить его, поэтому такая реконструкция планируется. Вот. И, в общем, он не знал, что мы приедем, получается так, и такую нам подложил свинью. Вот. И хотела вам пойти показать еще сейчас грядочки, в каком состоянии, так что пойдем посмотрим. Ну вот, в общем, такие грядки. Я думала, что вырастет это. Я сеяла белую горчицу. Значит, короче, ничего не зашло. Но зато появились ходы медведок.
печаль. Ну чё, с первым снегом, ребят. Он, правда, быстро тает, но... Эх, все, зима уже на носу. Привет всем. Что хочу сказать? У нас уже зима. И мы приехали закрывать сезон. О, сейчас покажу вам, что тут по мелочи сегодня осталось сделать. И что еще в прошлый раз я успела сделать. Просто не снимала. Вот, так что у нас зима, и холодно уже совсем. Вот, такая погода. Ёлка уже вся в снегу, снег валит. Он уже лежит, не тает. Я еще хотела успеть... под зиму посадить эти самые примулы, но уже не буду, потому что уже некуда. Вот. И в прошлый раз я вам говорила про реконструкцию дома, но это все, наверное, в один влог влезет, потому что уж очень мало я наснимала за 2 недели. И вот, если видите, уже вот эти самые направляющие присоединили и уже начали класть доски. Вот, уже положили снизу отливы и вот уже начали доски класть. Красота будет. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот, видите, какой он у нас желтый, заплесневелый. И какие будут свежие досочки белые. Вот. Так что такая вот погода. Совсем уже зима. Сейчас просто хочу прогуляться по участку. Посмотреть, что как, чего. Вообще, смотрите, прям земля такая, все в снегу. Тут у нас вот эта черноплодка. Так, что-то, в общем, захотелось прогуляться, посмотреть по участку. Цветы вот эти я не успела убрать, как-то не до того было. Вот, и еще что хотела сказать по поводу... новых грядок. Мне тогда кто-то сказал, что есть опасность, что зимой снег навалит, и вот эти стенки, они просто лопнут. Вот, в общем, я пока, ну, советовали вот здесь поперек, внутри, сделать как бы вот так в 3 местах такие деревянные как бы рейки и привинтить их, чтобы стенки не распались. Ну, еще я решила, куда уж я буду в снег. Снег валит. Что-то привинчивать. Оставлю так. И посмотрим, что будет в следующем году. Вот. Так что земляника уже вся под снегом. Вот так вот. Все уже завалило. И валит, и валит, и валит, и валит. Вот. И... сегодня нужно доделать сарай. Помните, я говорила, до первых заморозков? Угу. Ну да, как же. До первых. Ну. Сейчас мама поедет менять колеса, как всегда, не успела вовремя.
Вот. А я буду сараем заниматься. Мы сейчас чай попьем, она поедет, а я буду сараем заниматься. И сейчас я вам покажу. В прошлый раз я почти доделала заднюю стенку. Вот. Значит, сейчас. Сегодня, как бы взять камеру, чтобы она не упала. Сегодня надо на дверь приделать ушки, чтобы можно было закрыть на замок. Вот. И в прошлый раз, я в прошлый раз не снимала. Вот, видите, я доделала ту стенку, там дырка была, и вот вверх. И сегодня я решила, что эту нижнюю часть я всю перебью. Но не все вот до стула все отбивать буду, потому что они выгнулись, и надо это дело исправить. Вот. И как раз вот 4 доски там стоит, вот эта дырка заделается. И все. И сзади я сделаю этим самым. Сейчас покажу вам. У нас сверху получается вот там вот щели. Вот там вот. Потому что крыша не доделана. И сейчас я покажу с обратной стороны. Пойдемте на улицу. Вот, я думаю, вот с этой стороны, с правой, то есть отсюда ветер дует. Ой, 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 ой. И вот здесь, вот сзади, вот здесь у меня часть здесь закрыта пленкой, я ее так и оставлю. И вот ту часть тоже закрою пленкой, чтобы стена не мокла. А с той стороны, как бы, получается, со стороны туалета, я закрывать не буду, потому что там туалет. В принципе, он загораживает с северной стороны всю холод и ветер, и влагу с той стороны загораживает. Вот. А здесь и вот здесь я загоражу также полиэтиленом, чтобы не мокла стена, и чтобы, когда мы весной приедем, она не пошла волнами, потому что вот видите, внизу уже вот тут пошла. Ну, она, может быть, высохнет к весне все-таки, надеюсь. Так-то она вроде бы не сильно исказилась, ну, чуток совсем. Вот. Ну и весной уже будем оббивать. Так что вот так вот. Прям такая зима, уже зима. Вот. Мам топит. Видите, дым идет. О, сейчас немножко теплее будет в помещении. И пойдем чайку попьем. И будем уже своими делами заниматься. Я буду сарай доделать, она будет, поедет колеса менять. Еще обзорный вид, так сказать, что уже зима-зима. Прям так красиво. Кстати, сегодня, походу, кроме нас никто не приехал из соседей. То, что тишина и дыма нету, никто не топит. Ох, красотень. Такая прям... Вот такую погоду я люблю, когда тепло и снег валит. Такая романтика, красиво, прохладно и снег. Прям такой снег, снег, снег. Прям зима, зима, зима такая. Вот когда минус большой, это я не люблю. Вот, а такая погода прям, прям настроение. Создается настроение на зиму, на Новый год. Вот прям вот то самое. Вот, так что обзорная вам экскурсия по участку. Чё у нас как тут. И все. Сегодня закрываем сезон и больше не приедем. Так что
дачные влоги на этом заканчиваются. Все, это последний дачный влог в этом году. И теперь только до весны, до открытия сезона. Так что пока-пока. Пока, дача. До весны.